Ряд СМИ обнародовал информацию, согласно которой прошли обыски у старшего брата Максима Галкина Дмитрия. Причем, по некоторым данным, силовики пришли не только к нему на работу, но и домой. В компанию старшего брата, признанного иноагентом Максима Галкина Дмитрия, пришли с обысками, сообщил источник РБК, близкий к МВД. Сообщается, что компания Дмитрия Галкина занимается переоснащением БТР. По некоторым данным, обыски прошли не только у него на работе, но и дома на Рублевке. Телеграм-канал 112 передает, что оперативные действия в доме Дмитрия Галкина связаны с уголовным делом о хищениях в военном ведомстве. У старшего брата знаменитого юмориста изъяты носители информации и прочая техника. Тот же источник напоминает, что Дмитрий Галкин – человек, we'll be right back.